Всех приветствую в своем новом видеоролике. В этом видео мы будем рисовать березу и другие деревья и также разные растения. В общем, давайте приступать. Я вам все объясню в этом обучающем видеоролике. Устанавливаем вот так камеру. И нам нужен черный цвет. Закрашиваем вот эти вот места. Аккуратненько, можно даже подточить. Вот так вот. И вот так вот это дело закрашивается. Аккуратненько, чтобы не перейти за контур. Потому что так положено. Так, так вот аккуратненько рисуем. Тут также и тут также. Далее подкрасим маленькие березки, и нам нужен сейчас зеленый цвет. Вот он, и будем красить листву. Так, вот так вот зарисовываем это дело. Так, и вот так вот это дело рисуется. Так, пока что у нас получается вот такая вот картина. Мы нарисовали березу, сейчас рисуем листву и посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас я вам все покажу, как далее делать. Так. И нам нужен опять зеленый цвет. Надо его чуть подточить. И продолжаем рисовать листву. Так вот мягко, аккуратненько рисуем. Так, куст первый готов. Также нарисуем вот этот. Далее рисуем вот эту листву. Так, чуть подточим.
так вот тут вот так рисуем. И вот эту часть тоже зарисовываем. Вот так это получается. Далее рисуем вот эту часть. Эту часть. И вот тут также рисуем. Далее зарисуем вот эту часть. И возьмем серый карандаш. Сделаем вот так вот. Не, по факту тут трава. Поэтому лучше взять и вот так вот прям совсем легенько. Тут тоже. И тут. Собственно, вот такой рисунок у нас получился. Мы нарисовали березу. Я вам все кратко объяснил, показал. Все детально. Листву также нарисовали. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.